Пробежаться утром по набережной решили 53 участника. А точнее, вдвое больше, ведь рядом с каждым человеком четвероногий друг. Порода и заслуги не важны. Главное, собака любима и здорова. Здесь же на старте сбор благотворительной помощи тем псам, кому повезло меньше. Тем самым мы сделали такую возможность, чтобы люди могли принести корм, какие-то там средства, чтобы все это передается в приют. Ну, в частности, приют БИМ, с которым мы уже долгое время плодотворно сотрудничаем. У меня тоже собака из приюта. И я на личном примере убедилась, что главное не порода, главное то, как ты общаешься с собакой, как она тебе отвечает взаимностью и становится лучшим другом. Участники пробежали так называемую хвостатую милю – 1600 метров. На финише каждый получил грамоту и сувенир. Победителя определять не стали. Для этого есть Кубок Барбоса, традиционный городской конкурс для беспородных собак.